друзья, всем привет! Сегодня у меня, как вы уже, наверное, догадались, береговая рыбалка на реке. Время 5 утра, плюс 18, на воде тишь да гладь. Как рыбка себя проявит, посмотрим. Погнали! Ну кто это хулиганит тут под ногами? А? Поклевка была. В грузик чуть-чуть почистила. Так, сейчас я его уменьшу, поставлю 10 грамм. Ну вот, проводка получается чуть-чуть плавнее, прям как надо. Так, сменил приманку, поставил вот такую в размере 3,5 дюйма. Вес груза остался прежним, 10 грамм. Сейчас сделаю 5 забросов и будем двигаться дальше. Итак, прошло уже 40 минут с начала моей ловли, и в моем активе пока что одна нереализованная поклевка. Начало удручающее. Посмотрим, что дальше будет. Что-то небольшое. Кто ты? Щучка. Ну что ты никак не успокоишься? Сейчас мы тебя возьмем, наверное. Ех ты, все равно отпущу. Так, не брызгаться, не брызгаться. И такая, грамм 800. Ну что, друзья, вторая поклевка недалеко от берега и первая долгожданная щучка на джиг. Наконец-то я открыл сезон на реке. А сейчас давайте ее отпускать. Ну, давайте скажу пару слов. Так, на что поймал? Стальной поводок, 10 грамм головка, Swing Impact 3,5 дюйма. Копия, а не оригинал. Да, он, конечно, жестковат, но зато после поклевки цел и невредим, как ни в чем не бывало. Постоянно меняю приманки, вес у меня все тот же, а приманки чередую. Сейчас решил поставить вот приманочку такого коричневого цвета под цвет воды. Вот примерно такая сейчас
вода в реке. Опа, она. Присела. Щучка. Ну, погуляй. Иди к папочке. А, злая. Это чуть побольше. Как килограммчик. Вот такая. Друзья, третья поклевка. Вторая щучка. Чуть за кило. Взяла вот на такой твистер. Коричневый, под цвет воды. Размер 3,5 дюйма. Головка 10 грамм. Вот так. Мутная вода, темная приманка. Работает. Вот кто-то присел на выбросе далеко. Может, мелкий судачок? Сегодня является. Сегодня судачков еще не было. Судачок. Вот и клык пожаловал. Совсем мелкий. Грамм, наверное. 400 в нем. Снова Рейн Сатурн. 3,5 дюйма. Вот такой вот небольшой. Сейчас его опустим быстренько. Как засекся, интересно. Не пробил я его. Так. Висел на коже. Сейчас фоткаем и отпустим. Пока выставлял камеру, мелкий судачишка свалил благополучно. Поэтому продолжаем ловлю. Хвост у меня отваливается. Ну, на поклевку хватит. Раз клюет на коричневый Сатурн, значит, будем ловить на него. Хочу сказать пару слов касаемо снасти, на которой я сегодня ловлю. Матаги Кайшу с тестом 5.25. Катушка Дайва Фримс 15 в размере 25.06. И плетеный шнур 1.2 ПЕ, это Sunline ПЕ Jigger ULT. Поклевка свалилась. Это была щучка. Наконец-то у меня сегодня побольше свободного времени, чем обычно. Не час, не два, а где-то часов, я думаю, 6. До обеда я, надеюсь, половлю. Хотя может все измениться. Так что я счастлив, что у меня есть сегодня свободное время. И я провожу его вместе с вами на реке. Итак, 5 поклевок в активе. Одна пустая. Одну щучку прокатил. И 3 реализовал и довел до берега. 2 щучки и 1 маленький судачишка. Все благополучно отпущены. Сегодня я дарю рыбам жизнь. Пробовал различные темные цвета. Фиолетовый, черный, болотный такой темно-зеленый. Поклевок не было.
где-то минут 40 у меня на все это, про все прошло. Меняю также места, на месте не стою. Ну вот, 40 минут без поклевок, поэтому снова ставлю коричневый и посмотрим. Буду пока упираться в нее. Она мне больше всего принесла сегодня поклевок, рыб. Поэтому пока немножко поупираюсь в нее. А там уже будем дальше действовать по обстоятельствам, если на нее брать не будет. Коричневый твистер Рейн Сатурн 3,5 работает. Шестая поклевка выплюнула приманку на свечке. Почти добрался я до заветного коряжника. Здесь он начинается потихоньку. Надеюсь, он такой лайтовый. Коряк немного. А дальше будет интересно. Перетаскивание приманки с ветки на ветку. Зацепы, обрывы. Перевязывание. Сейчас дисплей проверю. На наличие рыбы это место. И уже непосредственно заберемся в лютый коряжник. Судачок. Прям в глаз пробил ему. На очередном месте сработало увеличение груза до 14 грамм и смена приманки. Поставил Swing Impact копию в размере 3,5 дюйма на грузе 14 грамм. И сразу четкая поклевка. И судачок небольшой. Совсем небольшой. Но повредил я его. Немного, так сказать. В общем, отпускать его смысла не вижу. Поэтому единственное, кого я сегодня заберу, это вот этот судачок. Доставать. Щучка небольшая, восьмая поклевка. Опа, выплюнула. Ну и ладно. Все та же приманка, все тот же Рейнс. Поставил и поклевка. Время 10 часов утра.
Ну, это 4 часа, 8 поклевок. Грубо говоря, раз в полчаса поклевка. Мимо. 9-я поклевина была. Ай-яй-яй. 9-я поклевка. 10-й, да будет сегодня интересно. Может, доловится. Я надеюсь, что не накололась рыбка. Ну, сейчас бы 10-ю поклевку и все. Можно заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Как говорят, волка ноги кормит. Ну и спиннингиста также. Чем больше пройдешь, тем больше поклевок получишь. А там уж сколько реализуешь. Еще какой-то спиннингист кидает. Я уже не один на реке. Доловилась. Лягушки в сторону. Говорит, небольшая. Вот такая же предыдущая свалилась. Демя, телефон быстрее фоткать и отпускать. Наловился сегодня вдоволь, от души. Рыбка поклевала. Думаю, хуже будет, если честно. Не надеялся, что будет десяток поклевок, даже 11. Думал, так поклевки можно будет пересчитать на пальцах одной руки, в лучшем случае поймать 1-2 хвоста, а на деле вышло совсем все иначе. Ну так даже лучше, хорошо, когда так предполагаешь, что будет ловля происходить. Поклевок будет мало, на самом деле их больше. Так гораздо лучше, чем когда ты едешь на рыбалку воодушевленный, погода стоит отличная, все располагает клеву, а по факту хорошо, если пару поклевок, бывает вообще не клюет, вот это хуже. Так что сегодня грех жаловаться на клев. Дорогие друзья, сегодняшнюю ловлю я завершаю. Время на рыбалке летит незаметно. Отрыбачил я 4,5 часа. Поимел 11 поклевок. 5 рыб я доставил до берега. Всех отпустил, за исключением одного небольшого судачка, который сильно был травмирован. Погода стоит отличная. Приехал было 18 градусов. Сейчас 25. Жарковато, но раздеваться смысла нет, потому что мошки-комары сразу облепят тебя со всех сторон. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Ну а лучшая приманка — это Рейнс Сатурн в коричневом цвете
вода мутная сегодня, как я уже говорил. Но тем не менее, эта приманка себя показала лучше всего сегодняшней рыбалки. До новых встреч, друзья. Всем пока.